Как стало известно в средствах массовой информации, позавчера в Польше ворами в законе Менделова-Соглы, Ливаном Пирадзе и Ватии избиты при остановлен в воровских полномочиях 45-летний вор в законе Автандил Тугуши, более известный в криминальной среде как Автосам Трецкий. Солдатской причиной опалы Тугуши стало его якобы упоминание в суе о неоплаченном игровом долге Артема Саратовского. Истинной же подоплекой, по словам информированного источника, являются нелестные отзывы Автосам Трецкого в адрес одного из своих коллег, стоящего за убийствами воров Звиададзе и Шотика, открытый конфликт с которым недавно чуть было не стоил жизни самому Тугуши.